2,2 балла. О, это я принес. Это Каберне Савиньон Сильвер израильского текила Тепперберг. А сколько взял? 193. 193, нижний мир. Следующее, пожалуйста. Следующее. Номер два. Вино номер два. Это очень хорошее вино. Это снизу и три, это то, с которого мы... Мерло, Голан. Да, Мерло, Голан. Покажи, кто. Покажи. Я. Это второе место с конца? Кто, да, ты? Да. Следующее, пожалуйста. Сейчас, Мерло, Голан. Вино номер... Номер пять. Вино номер пять. Каберне Совиньон, Кармель, Эль-Галин, Эль-Йон. Это хорошее вино, покажи. Покажи. Страусом. А, кто это... купил? Я. Это сидра из Зурит? Это изурит, да. Это сидра изурит. Да, очень, да. Это сидра изурит. А что такое изурит? У них есть. Либо это маленький халькот, который, да, они выращивают. Мы, кстати, мы проезжали Верхний Галилей, кусочек маленький. Я был. Хотел такой купить. Но... Вино номер пять. Следующее. Вино номер пять. Извините, вино номер пять у нас уже было. Нет. Было, было. Было? Нет. Пятое было. Только что. Нет. Было пятое. Мерке было вино номер пять. Вино номер пять сейчас было. Только что. Нет, только сейчас. А, извините, слегка. Вино номер четыре. Я ошибся. Вино номер четыре. Дело в том, что эти два вина, в отличие от всех остальных, у них разница в 0,2, в 0,3. Каких? Вот эти два вина, четвертое и пятое, они очень близкие между собой. Эва Вали. Эверет. Чего? Элла. А, Ред, Элла. Сидра Ред, Элла, это Екеф Элла, покажи. Это, это хорошее. Да. Это знаете, вот Бройды с нами были, Кагановичи, помните, мы когда ходили... На Правду? Нет, на место, где Голиаф и Давид сажали. Да, там ты бы стоили ползли. Да, так вот сразу за этой горкой там Екеф есть. Так это Элла, это не Элла. 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 Это не Элла. Нет, мы купили. Элла. Следующее. Молодец, хороший. Следующее вино номер 6. Вино номер 6. Тяжело вскрывается, но... Судя по этому крику, брачному крику морала... Да, это Юськин, я знаю, что у него красиво. Аре Беньямин. О, Домейн Вентура, Гранд Вин, Каберне Савиньон, Гюде Самария и так далее, хорошее и так далее. Вино. Вот это такое вино. Это не израильское. Израильское было условие. Французское. И какой-то француз. Вот и чемпион. Чемпион пришел. Вино номер один. Последнее, да? Набравшее с отрывом больше 5 баллов. 294. Амфора. Ярко выраженный чемпион. Дуба, Дюка. Хорошо посмотреть, там все контейнеры наибольшие. А вот это самое интересное. Да, на самом теперь деле. Посмотри, да, там. Давай, Мега, тебе надо скажи, говорит, кто. Номер один, давай. Ну, номеров уже нету, поэтому мы попытались по памяти. Так, ну еще очень интересно знать, сколько стоит каждое вино. У вас самая большая оценка поставлена вину номер один. Да, чемпион. 15. Понимаете? Так нет, так мы все поставили, да, понемножку. Ну вроде мы же все не очень, кроме там вас. Ну каждый же на вкус ставил. Вот почему, когда тебе сказали... Когда большие цифры. Нет, почему, когда ты сказала, что я приведу Володю, тебе сказали не надо. Потому что каждый ставит свою оценку. Нет, он тоже не очень понимает. Он тоже не понимает. Он точно так же поставит свое субъективное... Нет, но Седер, он с этим работает. Он не работает, Он хозяин. Он пьет. Он хозяин. Конечно, пьет. Ну, перестаньте. Он пьет, может быть, немножко больше, чем мы. Так, ребята, можете задать вопрос? Люди, тоже это цена вина. Так, подожди. Цена одинаковая. Тихо. Нет, цена не одинаковая. Нет, это интересно. Почему? Это интересно. Потому что нам нужно и практическое это сказать. Это интересно. Так, Тепперберг. Тепперберг 40 с чем-то. Он чуть-чуть ниже означенной цены. Да.
Ну, он по мерце покупался просто. Так. Лёва смотрит, проверяет дно. Один бокал. А, я думала, ты дно проверяешь, вогнуто или нет. Галиль, Мерло. Тоже 40 с чем-то, 45. Они все одинаково стоят? 73. 73. Да, большая разница. Так а чего ты? Ты же 73 это сразу. Это Элла. Элла стоит 70 шекелей, покупалась по МФЦ 64. Домен Вентура. Какое? Ну, твое. А, это 96. А полная цена его была 120, думаю. Ух ты! Ну так чувствуется разница. Такие да, такие цена не обманывает. Вот амфора. Я думаю, 130-140. Сколько? 50. Эта амфора больше 100 стоит батон. Сколько? 130-140. Не-не-не-не-не. 2006 год. 120 может быть. 120. Может быть 120. Ритон не знаю. Я по анахе брала 50. 59. Вот это 64. А вот обратите теперь внимание. Все говорят, цена в вине роли не играет. А теперь посмотрите, что да играет. Да играет. Да играет. Таки да. Чем больше цена. Сколько Леван стоит? Таки да. В общем, если вещь дороже, она лучше. Бывает, что можно приколоться, бывает, что можно... Бывает наоборот. И это самое важное, самое лучшее купить дёшево. Смотри, ритон я заметил, вот, у меня есть бутылка. И мы сейчас с тобой говорим об этом. Для всех я повторю, есть вино, которое называется Аргенто. Аргентинский Каберне Совиньон. Аргенто Резерва, красного цвета. В Эйлате, ты видел, что Саша Чернецкий написал? Нет, я не читал. В Эйлате, там есть один оптовый винный магазин. Оно стоит 29 шекелей бутылка. А на самом деле. А у нас оно стоит 46. Это что, 29 шекелей бутылка? А у нас оно стоит 46. Очень рекомендую. Ну, оно очень хороший. Мы вот просто влюбились в него уже месяц, мы пьем его. Во всех возможных вариантах. Подожди, а где этот магазин? Там, где это самое... Я не знаю, где. Он мне говорит, наша эйлатская оптовка, он ее называет. Он... Мы вот были последние разы. Итак, ну что, ребята, надо ехать на